Более 1500 учеников получают знания в Самарской 148-й школе. В сентябре она откроет двери для 150 первоклассников. В преддверии начала учебного года в образовательном учреждении прошли всероссийские учения по антитеррористической безопасности. Для сотрудников школы провели инструктаж. Отработали два сценария действий – при захвате заложников с ликвидацией охраны и при воздушной тревоге. Несомненно, данные учения важны. Они имеют очень важную роль, потому что образовательные учреждения посещают дети, наши с вами дети, и мы должны быть уверены, что наши дети находятся в безопасности. Такие учения проводятся на всей территории Российской Федерации. Несмотря на то, что в каждой школе есть свой алгоритм действий, в нештатной ситуации закреплять знания о поведении в режиме ЧС необходимо. Впоследствии педагоги инструктируют детей по такому алгоритму. Основная задача, чтобы это было отработано, скажем так, до автоматизма, и если, не дай бог, это случится в жизни, чтобы каждый сотрудник, каждый ребенок уверенно понимали, кто куда направляется, кто за что отвечает, кто вызывает правоохранительные органы и так далее. Но весь персонал понимает степень ответственности, что это очень нужно, потому что нужно это пропустить через себя, чтобы обеспечить безопасность для наших учеников и детей и сотрудников школы. В учениях приняли участие сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, администрации Самары и городского департамента образования. Елизавета Прокопенкова, Полина Чулякова, Григорий Плешаков. События.